Хочу мозгу прямо здесь и right now. Купили новые кроссовки, новые цельные салатовые шнурки. Размяли все свои больные суставы. И самое главное, друзья мои, я сейчас могу много очень балаболить, но единственная к вам просьба. Я сейчас отдам микрофон нашему жениху, отдам микрофон Марку. И как только Марк скажет, типа, тарам-та-там, встречайте Валерия Леонтьев, да? Наша с вами задача громко хлопать, кричать, свистеть и топать. Договорились? И те, кто хочет видеть все очень подробно, чуть поближе сюда, к нашему импровизированному танцполу. Договорились? Без обид, ну, что нам стоит? Встать, подойти и посмотреть. Итак, друзья мои, я даю микрофон человеку, который сегодня сделал очень смелый шаг для любого мужчины в этом мире. Он вот так вот протянул свою руку с безымянным пальцем, сказал: «Вероника, боже мой, блин, как я тебя люблю, надевай». Друзья мои, все слова Марку. Ура! Друзья, я не просто взял микрофон в руки, на самом деле все люди, которые появятся буквально через минуту, это мои друзья. Вот еще один представитель танцев непосредственно, брейк-данс, Антон Кишинский. Мы однажды давно-давно, в 2004 году начинали, мы очень много ездили, отдыхали, танцевали, веселились. И эти люди, на самом деле, спустя столько времени, они выросли в своих танцах, они показывают только серьезный уровень. Поэтому для вас сейчас выступает команда в прошлом «Вихрь славы», команда «Свои люди», команда «Москва Мафия 13». Поэтому встречаем Артем, Влад и Бибой Манки. Громче, громче, друзья, встаем, поднимаемся, поднимаемся. Они уже в квартире, все внимание туда. Вот эти три безумно брутальных чувака. Как я вас всех хочу, но я мужчина, прошу меня, Господи. Давайте. Не забывайте хлопать, не жалейте своих ладош. Сразу видно главный мачо коллектива, человек, который стреляет глазками, далеко за берегом. Поддерживаем! Давай!
Трио «Свои люди», давайте наградим их словами «Молодцы». Хорошо, мой, мало кто знает, но первый танец молодоженов, первый танец Марк.